Представители европейских институтов, а также многие главы государств и правительств осудили вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Президент Словакии Зузана Чапутова заявила о нападении на демократию. Сталося нечто важное, с чего си зрейме еще не докажемо уведомить, або то не докажемо обсягнуть. Физический уток на председу влады je predovšetkým útok na človeka. Ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to. Parlament Slovakie priastanovil zasedanie do 21. mája. Hrozná udalosť, ktorou ozbrojený útok na predsedu vlády Roberta Fica je, vnímam ako útok na princípy slovenskej demokracie. Nikdy v histórii Slovenska sa takýto hrozný čin neudiel. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также решительно осудила нападение. Таким актам насилия нет места в нашем обществе, они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо, заявила она. Председатель Европарламента Роберта Мецола также заявила, что потрясена нападением и осудила этот акт насилия. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что насилие не должно существовать в европейской политике. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал выздоровления Роберту Фицо. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране.